Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на интересного героя. Не новенького героя, давно забытого, наверное, старенького. Ну и не забытого, многие юзают и используют этого героя. Это у нас будет сегодня Стрелок. Актуален он на Архидемона, актуален он и на PvP-локациях. Актуален и на фарме, на волнах. В общем, во многих локациях Стрелок очень нужен. И я решил сегодня показать вам такую вот сборочку на максимальный деф. СО плюс каменка 8. Священный огонь дает у нас плюс 90% жизни, что очень важно. Плюс 60 защита от дамага. Плюс 60 дает каменка. Плюс еще сам герой дополнительно понижает по себе входящий урон. На 90% меньше. В общем, вот как-то так. Поставим мы еще дополнительно на него, давайте, ангела максимального, который еще дополнительно будет резать. Поехали, потестируем, посмотрим, что у нас с этого получилось в рейде. Посмотрим, какой герой будет получать входящий урон. Вот очень интересно. От Фрай и прочих. Так, ударил смотритель. Пока что мой только ударил, у него смотрителя нет, походу. Так, ну получает урон. Сейчас посмотрим. Ну, я вам скажу, что получает не особо много, не знаю, вам там должно тоже быть видно. Неплохо, неплохо. Урон держит очень хорошо. Смотрите, выдержал все-таки около 30 секунд. Это уже показатель какой-то. Так, ладно. Сейчас поищем попроще расстановки. Где-то залетим в топ. Топ-1000. Хотя тут такие топ-1000, как у нас. Топ-10 на русском. Так. То, о чем я говорил. Так, ладно, пробуем. Так, от смотрителя урон, конечно, пришел прикольненький. Но я вам скажу, блин, не проседает. Анубис бьет, и нифига они там ее не пробивают. Плюс стрелок. Я себе нормально держит деф, я вам скажу. Можно танковать даже. Смотрите, сколько держится. Жесть, конечно, прикольно. Реально, реально удивил стрелок. А для сравнения вам сейчас скину ворожая просто, который сам себя будет хилить. Посмотрите, что с ним будет. Все. Разница, конечно, заметна очень. Так, окей. Поехали, посмотрим. Давайте на подземках посмотрим, почему бы и нет. Наша любимая подземочка, интересно. Конечно, тут, блин, дофига юнитов, дофига всего. Ну, хотя бы посмотреть, как герой держит урон. Ну, судя по всему, тут нали проходят. Нету урона. Вот 959 получает, офигеть. Прикольненько. Я буду смеяться, если он затащит. Так, тут, наверное, сейчас мясо нас ушатают.
Да нифига, офигеть. Посмотрите, что делается. Ребят, это просто жесть. Просто мессы ничего не могут сделать. Да. Да они ее просто не пробивают. Я в шоке. Да, Unreal какой-то, реально. Это жесть. Качаете себе такого стрелка на лоу левеле и просто проходите подземку. Конечно, вы его не докачаете без доната так, но это жесть. Вот это да. Еще бы можно было бы артефакт заставить. Медальку. Не знаю, скорее всего не затащим за 50 секунд, но опять же, без проблем ушатали всю подземку. Это очень прекрасно. Хотя есть шанс, что мы даже ее, наверное, пройдем сейчас. Офигеть. Еще 30 секунд осталось. Что я могу вам сказать? Очередная имбосборка. Так, окей. С этим разобрались, поехали. Давайте еще ради интереса просто запустим на седьмую посмотреть. Там какая у нас 7-10, малыши Ники будут бить. Просто посмотреть, он, наверное, просто сейчас нас шатанут. Фига себе, посмотрите, они не пробивают. Офигеть. 10 секунд выстоял. А теперь просто кидаем сюда ворожея. Просто стычки выносят. Вот вам разница, ребят. Такая сборка и жесть, конечно. Давайте поехали на аренку. Давайте на... Блин, уже даже забыл, как локация называется. Вот это я нубас. На экспедицию. Так, окей. И кидаем сразу в лоб. До свидания, говорим мы вам. До свидания. Она не проседает просто. Офигеть. Это просто нечто, ребят. Круто. Это еще не максимальная прокачка, можно же и прокачать. Ну давайте, ушатайте ее. Я, честно говоря, в шоке. Просто тупо пофиг. Тупо нет входящего урона. Офигеть. Ну, я думаю, Фрая все-таки ушатает. Так, этого мы сменим какой-то. Раны. О, отлично. Let's go. Let's go. Вторые эволюции. Стрелок. Ну давайте, ушатайте ее. Давайте. У вас же есть все возможности для этого. Ну давайте, давайте, давайте. Череп, давай, 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 череп, давай. Ну давай, чуть-чуть еще. Жесть, короче, ребят. Это реально жесть.
Там еще даже вражеский стрелок. Если бы не вражеский стрелок, то вообще бы на изи зафармили. Так. Окей, поехали на, поехали на, поехали на. Не туда, куда вы подумали, на арену. Блин, круто. Реально крутая сборка. Время СО еще не ушло. Так, ну тут мне, наверное, раздадут. Я надеюсь. А вот так вот не хотели. Еще сейчас заходик. А, и тут ПБшка, ПБшка, ПБшка. Сейчас попробуем через ПБшку побежать. Короче, ребят, что я могу вам сказать? Это реально же. ПБшка сейчас нас застанет, наверное. Или получит люлей. Он получил все-таки люлей. Просто жесть. Просто пипец. Так, тыковку, тыковку, тыковку. Кто будет разбирать? Я в шоке. Ну, тыкву, тыкву, полетели. Ну, куда вы полетели, блин? Тыкву кто будет разбирать? А вот так вот тебе тыковка. Лови, лови. Ну. Это просто жесть. Честно скажу, я, честно говоря, в шоке от этого всего. Офигеть. Ну, что вы можете сказать? Реально крутой герой. В такой сборке, блин. Дав, конечно, максимально. И вообще круто смотрится. Можно еще убрать пиромана, что-то интересное поставить. Смотрителя, например. Ну, приветики, ребята, я к вам. Так, там ПБшку опять пропустили. Да, ПБшка сейчас нас просто разберет. Плюс мохнатка. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, ребятушки. Здравствуйте, я к вам. Я вас шатать пришел. Просто на изи. Сказала всем до свидания. Ну, тут, наверное, нас уже ушатают. Тут уже должны нас ушатать. Сейчас ПБшка зарядится, да, не даст включиться. Да, к сожалению. Ну, практически, практически. Давайте еще разок попробуем. Но тут уже, конечно, слишком жирно было бы, если бы мы еще и этих ушатали. Да, ПБшка опять включился. Чуть-чуть не хватает урона, но посмотрите, там тоже выносим. Короче, жесть. Поехали еще на забытую. Понравилось, понравился этот герой, конечно, в такой сборке. Давайте против этого. Оп, магия, и пропали все. Такс. Поехали дальше. Может, попадутся нам сейчас вторые эволюции. Хотелось бы посмотреть против вторых именно. Ну, блин, я не в топе. О, тут надо было чуть-чуть подальше кидать. Да, я вам скажу, это все фигня, ребят. Шесть.
Я офигею. Забрали. Они просто тупо не могут пробить. Надо даже на клетку назад передвинуть, чтобы быстрее вылетал вертолетик. Пока добьет. Ну, посмотрите, сколько урона от Афины идет, и нифига они ее не пробивают. Просто не пробивают. Я офигею. Что будет, если качнуть 20-й прорыв? Мега стрелок. Так, Анубис, иди сюда. Ну, это не тот Анубис, который нам нужен, но все равно. Хоть посмотрим. Да блин, она не проседает даже. О, чуть-чуть, дело пошло. Оп. Ну, давай. Да нифига вы ее не убьете. Это нереально просто. До свидос, Анубис. Анубис просто будет сейчас разряжен все время. Жесть. Да, надо будет все-таки ее потестить, где-то очень интересно посмотреть. Давай, пропадай уже. Какой-то сосуриком попробуем. Попробуем сосуриком его. О, отлично. Ну тут ее сольют, конечно же. Тут ее застанили уже. Нафиячили, к сожалению. Да, ну. Тут огник еще. Тут без вариантов. Но опять же, очень долго убивали. А тут сейчас мои вас нафиячат, ребятушки. Череп. Череп с 9-м разбросом. Это просто нечто. Плюс ремочка. Ну. Это мы говорим всем до свидания, либо они нам сейчас скажут до свидания. Конечно, не скажут, потому что тут мохнатка просто унижающая. Давай, мохнаточка, тащи Фрею. Красавица. В общем, вот как-то так, ребят. Ну, не знаю, реально очень крутая сборка, мне понравилась. Пишите в комментах, кого вы еще хотите в такой сборке видеть. Ну, это просто, блин, это просто жесть. Такое чудить. Я в шоке. Все. Всем удачи. Всем пока.